Это рекорд, это точно рекорд, потому что за всю историю видео, когда мы снимаем пустые баночки, такие цифры я вижу впервые. Итак, здесь 28 средств на 477 баллов, только представьте себе. Конечно, цифры я озвучиваю по текущему каталогу номер 10. По ценам каталога это 24 200 рублей. Знаете, у меня прям шок, что мы на 24 000 намыли, наели, намазали на себя. Обалдеть! Откуда у нас столько денег, интересно? А по ценам для консультанта это 19 300 рублей. То есть мы сэкономили 5 000, покупая по скидке. То есть, имея дисконт в Oriflame, мы экономим кучу денег. А я представилась? Нет? Нет, меня зовут Лилия Донского. Даже от шока забыла сказать, как меня зовут. Итак, давайте посмотрим, что же мы на себя мазали и чем мы пользовались. И начну с самых больших коробок. Это мой любимый wellness коктейль. Wellness ванильный. Мой любимый вкус. И я обожаю этот коктейль. Кстати, одно время я его как-то стала меньше пить. И заметила, что я изменила питание. То есть я стала больше есть. У меня даже прям живот начал расти, представляете? Я сейчас вернулась опять к wellness. Практически каждое утро я начинаю с коктейля, то есть взбиваю себе шейкер коктейля, выпиваю, и после завтрака я выпиваю витамины. Итого у нас две пачки женских закончились, пьет дочка и я, и Мишина, мужские. Так, wellness сюда, потому что он занимает больше всего места. И что же у нас здесь интересного? Ну, как без интима. Гель для интимной гигиены с ромашкой. Кстати, он мне понравился. Если до этого я брала гели, мне казалось, что они какие-то жидковатые и не такие вот ароматные, то этот почему-то меня покорил. Сейчас достала второй флакон, точно такой же. Не знаю, из этой же закупки или нет, потому что я порой беру продукцию, когда она с большой скидкой, несколько флакончиков могу положить к себе в заначку. Так вот, второй тоже классный. Ну, не знаю, может быть, у меня восприятие какое-то было неправильно. Так, для волос. Очень много средств для волос. Мы такие златовласки. У нас даже Миша отрастил длинные волосы, и Лера, и у меня волосы длинные. Поэтому два бальзама закончились. Мой любимый восстанавливающий кондиционер для волос, а этот климат-контроль. То есть это новинка от компании. Оба нравятся, и климат-контроль очень понравились. Поэтому я считаю, что можно брать любой кондиционер, и он будет супер работать. Так, закончился шампунь Элио. Я его неосмотрительно оставила на общей полочке, и он очень быстро кончился. Если до этого я его экономила, я хитрила. Я сначала брала первый раз, промывала голову обычным каким-нибудь шампунем, чтобы смыть грязь, жир, жирный вот этот налет. А второй раз я промываю голову уже дорогим, таким хорошим, ароматным. Но вот выставила, и сразу он кончился. Поэтому два шампуня нахожу уже, может, даже еще там будет, закончились. Шампунь сухой для волос. Кстати, тоже его все время рекламирую, мне нравится он. Я иногда им, я даже, может быть, чуть-чуть злоупотребляю, но мне нравится, когда мне быстро надо привести волосы в порядок, я его на волосы взбила, и даже если я просто заплела косы, все равно они смотрятся более опрятными. Но иногда бывает, что я не успеваю помыть голову, собраться, потому что у нас такой бурный поток жизни, столько всякой движухи, мне постоянно надо куда-то ехать, идти, то съемки, то одно, то другое. И для меня это просто вот волшебная палочка-выручалочка. Я не знаю, может быть, вам не нужно, так как мне, но я вот пользуюсь с удовольствием. Так, что еще для волос? Хочу сразу все волосатое показать. Две маски для волос закончились. Медовая, то есть мед и молоко маска, и тоже маска восстанавливающая из серии Hair X. Мне обе маски нравятся. И как вы видите, я волосы свои практически полностью восстановила после ожога, можно сказать, после того, как их просто пережгли мне. У меня значительно стала реже коса, то есть, да, так, но волосы стали уже намного качественнее, я их уже нормально расчесываю, они не путаются, они не выглядят просто как комок волос. И все благодаря вот нашим средствам. Ничего сверхъестественного я не применяю. То есть я пользуюсь только тем, что есть в каталоге Oriflame. А еще в каталоге есть
Вот такие классные штуки. Подожди. Я знаю, что у нас их сразу два закончилось. И еще кое-что приготовлю. Масло для волос. Этим пользовалась дочка. Отдала, у нее закончился. Масло-спрей. Это в стеклянном флаконе. Такой тяжелый. Но здесь очень тонкое распыление. Здесь нет такого, знаете, как масло масляного. То есть пшикаешь на волосы, он быстро-быстро впитывается. А в пластиковом флаконе это у меня было, не знаю, вижу или нет. Ну нет, тут просто написано масло для волос, но я беру то восстанавливающее, для кончиков мне оно больше нравится. А вот это прям масло масляное, но я его прям лью много на волосы, и у меня волосы его поглощают как губка. И когда мне в комментариях кто-то пишет, оно мне жирнит волосы, я честно, я не понимаю. Скорее всего, просто вы его очень много льете. Я-то лью на себя, вот у меня флакончик за месяц улетает, даже мне кажется больше. Масло уходит, потому что там уже второй флакон вовсю идет. Итак, два маслица закончились, и, конечно же, мы их повторяем, и у меня в запасе всегда стоят парочку флакончиков. И еще мне очень-очень нравится серия Hair X. Вот такая вот сыворотка, специальная для сухих кончиков. То есть она восстанавливает сухие поврежденные кончики. Вот это просто песенка. Несколько капелек, я прям 3-4 капельки растираю на пальчиках, переношу их сюда, на кончики волос. И так снимаю прям аккуратненько с пальчиков. Не надо вот так тереть волосы, просто снимаем аккуратненько, как бы запечатывая волосы. Смотрите, они прям оживают, все гладенькие. Но секущихся у меня нет. Но сухость тоже уходит. И самое главное, что они стали опять шелковистые и прям приятные. Никаких утюжков я ничем не пользуюсь. Стараюсь даже феном не сушить волосы, потому что берегу их, восстанавливаю. И вот эту сыворотку очень-очень люблю. Я ее и любила, когда еще и не красилась. Она вот выглаживала волосы, потому что чем длиннее волосы, тем они более сухие. Потому что здесь они уже мертвые, они вот чуть-чуть отрастают, все. Это мертвый волос, его надо напитывать, баловать все время, да, ласкать и так далее. Вроде бы, вот еще для волос. Это из старой серии, тоже капельки прям остались. Почему вот некоторые флакончики сразу по два? Потому что один стоит в ванной, один стоит у зеркала, где я крашусь, расчесываюсь. Поэтому я и там держу. У меня и масло открыто всегда, два флакончика. Крема для рук у меня всегда несколько штук открыто. Я сейчас посчитала, у меня 5 кремов для рук открытых одновременно. И они стоят по всей квартире, потому что я на кухне помыла посуду, руки помазала. Я в ванной искупалась, там руки помазала, там что-то сделала. У меня на столе стоит там, и там, везде. Мне очень нравится крем для рук. Поэтому и парное все. И опять же, нас много, и все пользуемся. Ну, кому-то что-то больше нравится, кому-то больше подходит, кому-то меньше. Поэтому все разненькое чуть-чуть. Так, для тела. Закончился гель. Даже не выговорю, как это произносится. Но серия Garden. Один из вкуснейших ароматов. Я после того, как взяла этот гель, я искупалась, и я сразу поняла, что я хочу такой парфюм. То есть там туалетная вода шла в паре, и я ее себе заказала, и она у меня уже прям вот на глазах заканчивается. Нереально крутой аромат. Мне кажется, это вот этот аромат, тонкий аромат грейпфрукта, он настолько бодро звучит, вкусно. И вот по-летнему так зажигает, вот бодрит. Нереально, вот прям мой аромат. Очень жалко, что эта серия такая ситуационная, она вот сейчас есть, а потом ее уже не будет. Потому что есть некоторые ароматы, которые хотелось бы повторять. Так, что еще для ванны? Буду показывать так. Вот так. Мицеллярная вода, я ей не пользуюсь. Это дочка пользуется, ей очень она нравится. У нас прям флакон за флаконом уходит. И... Ну, балдеет ребенок, она ей макияж снимает, лицо очищает. Самое важное запомнить, что мицеллярную воду обязательно нужно смывать водой. Потому что многие, я знаю, просто протирают лицо и думают, что они очистили. Нет, это вот мицелла, она вытаскивает грязь на поверхность поры. И если вы ее не смоете водой, то она опять назад полезет в поры. Поэтому смывать водичкой нужно обязательно. Для глаз у меня закончилось средство для снятия водостойкой косметики с глаз. Мое любимое, я ему никогда не изменю. Надеюсь, оно всегда будет у нас в каталоге. Я потому что даже не представляю своей жизни без него. Я перепробовала все. Средство тоже из серии The One. У нас есть розовенькое. Оно мой макияж вообще не снимает.
Мицеллярная вода не снимает, средство Novage не снимает. То есть я не понимаю, как у вас снимается макияж этими средствами до конца и без излишнего трения. У меня удаляет макияж только средство для снятия водостойкой косметики. Хотя я не пользуюсь водостойкой косметикой, у меня обычный макияж, но вот это любовь. Как я им пользуюсь? Я сначала водичкой ополаскиваю лицо и тушь снимаю аккуратненько пальчиками. Не до конца, конечно, я ее размягчаю, чтобы вот эта основная масса туши ушла сразу и не втиралась в кожу вокруг глаз. Потому что, в принципе, по идее, нужно макияж снимать каким образом? Подложить ватный диск. Сверху наложить ватный диск со специальным средством, которое растворяет косметику. Подержать, аккуратненько снять, чтобы вот на эту кожу вообще не попадала вот эта вот косметика. Чтобы кожу не портить, не растягивать ее, чтобы она не забивалась. Потому что здесь кожа очень нежная, она тоненькая. Она примерно в 4-5 раз тоньше, чем вот кожа на щеках. То есть если вот так потрогаете свою щечку и вот здесь, то вы видите, насколько здесь тоненькая-тоненькая кожа. Поэтому за ней очень тщательный нежный уход нужен. Вот поэтому я люблю это средство, потому что я им подержала, вниз опустила, глаза открыла, один раз протерла. И бывает чуть-чуть там ватной палочкой где-то подтирает. Все, вот это просто кайф, полный кайф. Так, что еще из ванной? Мыло. А где жидкое мыло? Еще жидкое мыло закончилось. Нет, там капелька осталась, поэтому я его не принесла, точно. Уже прям вот совсем закончилось, пойдет следующий месяц. Так, крем для рук с облепихой. Мне его разрекламировала моя консультант Наталья. Она говорит: «Ой, крем классный!» А мне, к моему стыду, даже нечего сказать, я его не пробовала. На меня это не похоже, потому что я всегда новинки выкупаю сразу. Ну, не все, но я стараюсь по максимуму все перепробовать. Как я пропустила этот крем, я не знаю, но после ее слов у меня сразу потекли слюни, я его заказала. Действительно, крем оправдал ожидания и по аромату. Мне Миша несколько раз говорил: «Ой, как вкусно пахнет у нас!» Когда я руки помажу этим кремом, ручки мягкие, он действительно напитывает очень хорошо. Он по качеству похож на крем для рук алоэ, который от нас последний вышел. Но алоэ не так вкусно пахнет, как этот. Поэтому прям в любимчики его записываю, мне он очень понравился. Закончилось у меня средство для сушки лака. Вот такой вот флакон, у него есть интересная такая гравировочка здесь какая-то, оно выделяется из других средств, я его сразу угадываю. Вот без него я своей жизни просто не представляю, потому что я не умею долго сидеть на месте и делать одно и то же. Я быстро переключаюсь с одного дела на другое, я могу сразу сделать несколько дел. И вот просто сидеть и сушить ногти, для меня это просто, это не про меня. Я обязательно влезу, я обязательно сниму, мне срочно что-то понадобится, куда-то залезть аккуратненько-аккуратненько, я прям очень аккуратненько сделаю, обязательно смажу. Это средство быстро сушит лак, даже когда я его толстым-толстым слоем наношу, как вот, например, сейчас, мгновенно его высушивает. И при этом такой глянец, такой, знаете, как последний штрих классный, мне очень нравится, тоже всегда я его беру, когда со скидкой сразу 2-3 флакончика покупаю и кладу, потому что я знаю, что мне оно нужно постоянно. Немножко перебрала косметику, нашла у себя 2 линера, которые закончились для глаз. Это те самые маркеры, которыми мы рисуем стрелки. Я их оставляла, когда там уже чуть-чуть, вроде бы еще есть, но уже не так красит. Я его откладывала, брала новый. Откладываю, беру новый, и сейчас посмотрела, что у меня новый еще есть, и 2 уже высохли, поэтому я с ними смело расстаюсь, выкидываю. И еще, что касается ванны, у меня закончились сразу 3 средства. Откуда такая сумма-то огромная? Просто средства все дорогие, все классные. Закончились 3 средства. Серия Collagen Wrinkle Power. Это новая серия, обновленная. Вот такие 2 крема день-ночь. Невероятно крутая серия. И крем для глаз. Он с дозатором. Я долго думала, какой мне больше нравится, прошлый вариант, где металлический шарик, или этот. Ну, затрудняюсь сказать. С одной стороны, очень удобно, когда так на пальчик выдавила средство, нанесла и все. А с другой стороны, мне так нравится вот этим холодным металлическим шариком так прокатывать вокруг глаз, особенно утром, когда просыпаешься еще такой китайской женщиной, глазки узкие,
И они еще не хотят просыпаться, отказываются верить, что уже прозвенел будильник, хотя я очень редко по будильнику встаю, но все равно. И вот этот металлический шарик, он, вот эта его прохлада, он просто открываются глаза, и идет легкое такое пробуждение, и сразу снимаются все отеки. Этот крем мне, конечно, очень понравился, потому что я реально вижу, что у меня морщин стало намного меньше. Особенно морщины на лице. То есть я вижу, как лицо мое приходит в порядок еще лучше. Такое чувство, что время остановилось, и я этому очень рада. Прям тьфу-тьфу-тьфу, там держу крестики. Я все-таки понимаю, что время остановить совсем невозможно, но притормозить его и отсрочить этот момент старения, момент появления морщин можно, но можно только вкалывая. Поэтому wellness – это белок, да, строительный материал для клеток, витамины. Это снаружи дорогие средства, вы видите, у меня нет средств серии там Optimus или Love Nature. Для лица я беру всегда или экологен, или, как у нас называется, Lift Expert серия, сиреневые баночки, потому что мне безумно нравятся результаты. Я хочу, чтобы мне также продолжали все говорить, что ты классно выглядишь, ты молодо выглядишь, мне дают намного меньше лет, чем есть на самом деле, и меня это вполне устраивает. А как еще иначе? И вот еще одно средство, оно, кстати, последнее, все, пакетик пустой. Это серия The One. Тональная основа Aqua Boost. И здесь в состав входит, да, ледниковая вода. Мне нравится это средство. И нравилось до тех пор, пока я не попробовала стойкую основу из этой же серии, которая у нас в 10-м каталоге была с большой скидкой. Я обалдела. То есть если эта серия Aqua Boost, она нереально круто ложится, растекается по лицу, как невидимка, просто маскирует все недостатки, кожа выравнивает, но все равно через несколько часов я ее вижу вот тут, где у меня есть немножко расширенные поры, вот в этом месте, я вижу, что она собралась в этих порах, как предатель просто. Ее надо как-то вот растереть, припудрить и так далее. Вот. Но в любом случае она крутая. Мне она очень нравится. Поэтому серия The One, хоть она и из разряда очень доступных, я считаю, по финансам, но качество, вау, просто классно. Декоративка очень крутая. Все? Да, не все. У меня к вам вопрос. Пробовали ли вы когда-то собирать свои пустые баночки? Вот просто интересно. Я до того момента, когда мне не стали писать мои зрители, вы же, да, многие, почему вы не снимаете обзор пустых баночек? Я думала, зачем это нужно? Вот реально, ну кому интересно смотреть пустую эту вот тару? Да, но когда я стала это делать, благодаря вам, спасибо вам огромное за это, честное слово, я ошеломлена вот этими масштабами, какой идет расход денег на средства, просто на уходовую продукцию. Даже если мы уберем wellness, это 200 баллов, да, у нас на wellness ушло, там 4,77, больше 200 баллов, 5, это все необходимо. Здесь нет ничего такого, вот из ряда вон какое-то баловство. Все нужное, все вот просто, чтобы поддерживать себя, свою внешность в порядке, в чистоте и порядке, согласны? Поэтому, если вы не собирали свои баночки, я вот прям рекомендую вам, попробуйте. Во-первых, что вам это даст? Вы посмотрите, сколько вы экономите денег. Это очень круто. Если вам муж, например, говорит, ой, мы так много денег тратим на косметику, покажите ему, сколько экономите. Вот я на этом заказе сэкономила порядка 5000. Это же круто. Второй момент. При работе с клиентами, когда вам говорят, мне ничего не нужно, просто поработайте с этим возражением. Потому что такого не бывает, чтобы женщине ничего не было нужно. Все время заканчивается. Мыло заканчивается, маски для волос быстро заканчиваются, шампуни быстро заканчиваются, гели для душа, бальзамы. Да, может быть, кремы надолго хватает, да, уходовых средств за волосами, вот такие вот у нормальных людей, у кого там волосы не длинные, тоже не, ну, небольшой расход. Но вот это все у всех расходуется. Мы делали такую фишку с девчонками, придумывали. Брали лист бумаги и писали средства, которыми мы пользуемся. Вот все-все-все нужно переписать, что есть в косметичке, что есть в ванной, что есть на столике, да, где вы пользуетесь. Надо все переписать.
там муж, чем пользуется, ребенок, я. Все записали. Нужно написать, сколько это стоит, цену, за сколько покупали. Например, взяли мыло, пишите там 50 рублей, маску взяли там 300 рублей. То есть переписывайте цены. В следующей графе пишите, насколько вам хватает. Например, мыло кусочек хватает, семья из 3 человек на 2 недели максимум. Пишите, что на 2 недели, там крем для лица на 3 месяца, на 4, может быть, у кого-то хватает, да, кто-то чуть экономичнее расходует, кто-то больше, потому что кожа по-разному берет. У кого-то кожа как губка, не может наесться крема, а кому-то вот чуть мазнул, и уже кажется, что жирное лишнее. Расписываете срок, насколько хватает. Потом вот эту графу цену, например, 300 рублей хватает на 2 месяца. Делится напополам, на 2. И в последнюю графу вы пишете цену, которая получилась. То есть получается, что расход в месяц 150 рублей, если маски на 2 месяца хватает. Если на 3 месяца, 300 делим на 3, получается 100 рублей. Понимаете, да, технологию? Там крем стоит, там, допустим, 1500, хватает на 3 месяца, значит, в месяц расход на крем 500 рублей. Вот все нужно прописать, все посчитать. И последнюю графу просуммировать. И вы узнаете, сколько средств вы тратите в месяц на средства гигиены, уходовую косметику, декоративную косметику, а еще ароматы. Понимаете, к чему я? То есть вы можете это с любым человеком проделать, с близким, с подругой, с родственником. Кто вам говорит, что «Ой, да у меня нет, я ничего не трачу, мне не надо». Все люди тратят очень много, даже этого не замечают. Потому что как совершаются покупки? Зашли в Магнит или там в Гроздь, у них есть отделы с бытовой химией. Купили продукты, заодно пробежали, кинули баночку крема какого-то. На следующий раз пошли за продуктами, ой, кажется, зубная паста кончилась, кинули в корзиночку. И люди не замечают, что они тратят постоянно огромное количество денег на эту химию. Так вы помогите им понять, что на пене можно классно, во-первых, экономить, а во-вторых, можно круто зарабатывать. Намек поняли? Так действуйте, что сидите, берите лист и пишите быстрее. Напишите мне в комментариях, сколько у вас получается расход каждый месяц на вот такие средства. Все, жду, что вы напишете. Спасибо за внимание, с вас лайк, комментарий. Подпишитесь на канал и расскажите о моем канале своим друзьям. Я буду вам благодарна. До новых встреч, пока-пока. GoPro, стоп видео.